Добро пожаловать в Церковь Движения. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Церковь Движения существует для того, чтобы превращать моменты в движение. И мы очень рады, что вы присоединились к нам на этом пути. Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас и является нашим финансовым партнером. Мы хотим, чтобы вы знали, что Церковь существует не только для вас, но и для ваших соседей, друзей и людей во всем мире. Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас и является нашим финансовым партнером. Благодаря вашей щедрости мы можем делиться этим посланием надежды с людьми во всем мире. А теперь я даю слово пастору Джеффу. Я очень рад, что вы присоединились к нам сегодня. Я хочу поговорить с вами на чистоту, потому что у меня были проблемы с этим, как у мужа Божьего и как у пастыря. По правде говоря, мое сердце сокрушается от того, что происходит в нашей стране и западной цивилизации, которая была построена на имени Иисуса. Сейчас трудно понять, что означает Иисус. Если я просто смотрю медиа или не связан с церковью, то, глядя на христианство, я скажу, «Я не понимаю, кто они? Что они?» Сейчас мы видим, как христиане борются с правительством на многих уровнях. От борьбы за права на собрания до хартии свобод в суде, мы видим, как церковь борется с правительством. Всего неделю назад мы увидели то, чего я никогда не ожидал увидеть. Мы увидели, как протестующие в Америке отправились на Капитолийский холм и атаковали Капитолий. Они взяли здание штурмом, ворвались в него. Они бегали и сеяли разруху. То, что западное общество считает символом демократии, они превратили в посмешище. Мне было тяжело смотреть на это. Я несколько лет жил в Америке, мне было тяжело наблюдать за этим. Я разговаривал со своими друзьями из Америки и слышал боль в их голосе из-за того, что эти люди повели себя так. Это было невероятное событие даже на политическом уровне. Но потом у меня буквально вырвали сердце из груди, когда среди всего этого хаоса я увидел людей, которые махали флагами «Иисус спасает». Они пели гимны, написанные Христу. Они пели их, протестуя и нарушая закон. Они штурмовали, захватывали силы государственные учреждение. И они делали это во имя христианства. Мне кажется, что если не обращать внимания на Писание, то христианство начинает превращаться в политическую партию, которая выступает против либералов. Оно воюет с либерально настроенными людьми. И каждый раз, когда я захожу на Facebook, то вижу призывы христиан бороться против ношения масок, бороться против неправомерных действий правительства или против цензуры социальных сетей. Я не говорю, что мы должны просто преклониться и принять их. Я против неправомерных действий правительства и всего остального. Но меня пугает, что так много этих вещей делают во имя Иисуса Христа. Это побудило меня отправиться в путешествие. Я захотел больше узнать Христа, Его суть. Я не хочу просто знать о Нем, знать историю. Не может быть, чтобы суть Христа была в этом всем. По правде говоря, я не стал пастором, чтобы стать политическим лидером и поднять восстание моральных людей ради политической идеи. Но я также не начал следовать за Иисусом, потому что мне нравился его моральный кодекс. Я хочу сказать вам нечто. Я понимаю, что это нелегко принять, но когда я был далек от Бога, то в последнюю очередь думал о том, насколько хорош моральный кодекс христианства. На самом деле для меня все это выглядело как сборник правил, по которым я никогда не хотел жить. Они не привлекали меня. На самом деле они отталкивали меня. Я боялся, что никогда не смогу соответствовать этому моральному кодексу. Так почему я такой, какой есть? Потому что я влюбился в Иисуса, который спас меня. Я был разбитым человеком и до сих пор остаюсь им. Мне была нужна помощь. Я понимал, что в моей жизни был грех, проблема, злость, раздражение, неудачи и неуверенность. Я не мог избавиться от этого сам.
Эти вещи контролировали мои мысли и поступки. Я был разбитым человеком, которым управляли эти вещи. Из-за этого я понимал, что нуждаюсь в спасении. Я знал, что внутри меня не было ничего, что могло бы спасти меня. Мне было необходимо, чтобы Христос пришел в мою жизнь и освободил меня. Я знаю, что многие из вас могут сказать то же самое. Вы можете сказать: «Бог пришел в мою жизнь и спас меня. Я стал пастырем, во-первых, потому что Бог призвал меня к этому. Во-вторых, я сделал это, потому что Христос сделал так много для меня. Я хотел жить ради Него и менять мир ради Него. Я хотел, чтобы другие пережили ту свободу, в которой ходил я. Я не следую этому образу жизни благодаря какому-то моральному кодексу или религии, которая насаждает его. Я живу так, потому что влюбился во Христа и хочу быть похожим на Него. По правде говоря, мы все становимся похожи на тех, с кем мы дружим. Не знаю, видели ли вы мемы в интернете, когда собака похожа на своего владельца или владелец на собаку. Я не знаю, что хуже, но я понимаю, что мы становимся похожим на тех, с кем проводим время. Если быть искренними, то обычно вы проводите время с людьми, с которыми у вас общие интересы, общий кодекс, одинаковый подход к жизни. Чем больше мы проводим время с людьми, тем более похожими на них мы становимся. Эмбер пыталась обучать меня все 20 лет браки, чтобы я был больше похож на нее. Но мне еще предстоит поработать над этим. Мы становимся похожими на тех, с кем мы проводим время. И вот тот вопрос, который мы должны разобрать сегодня. Кем на самом деле является этот Иисус, на которого я хочу быть похож? Кто он на самом деле? Он тот, каким его изображают медиа. Он такой, каким его изображают праворадикальные христиане. Или он такой, каким его изображают либеральные левые христиане. Кто этот Иисус, на которого я хочу быть похож? И размышляя над этим вопросом на протяжении нескольких недель, я наткнулся на место Писания, которое помогает нам разобраться в этом. Но прежде чем рассмотреть это местописание, я хочу изложить пару важных моментов. Первый из них звучит так. Когда Иисус собрал вокруг себя своих учеников, последователей, он начал учить их. И чтобы понять его учение, вы должны знать, что Иисус был евреем, который обращается к еврейской культуре. Важно понимать, что он не обращался к западной цивилизации к 2020 году. Конечно, Писание актуально всегда, и в нем есть вечная истина, но Иисус обращался к еврейской культуре. Все времена евреи находились под римским управлением. Их угнетали римляне. Римское правительство было против них. Они насаждали свои правила и порядки в их местности. Они не могли делать то, что они обычно делали в своей культуре. Им приходилось подчиняться и следовать законам империи. Их угнетали. Третье. В придачу ко всему этому, евреи не доверяли римскому правительству. И они не просто не доверяли римскому, римлянам, но и своим лидерам-иудеям. Их лидеры были поглощены мыслями о власти. С одной стороны, у них было римское правительство, которое насаждало свои правила, а с другой — еврейские лидеры, которые также боролись за власть. На самом деле, было две секты еврейских лидеров, которые боролись друг против друга. Это было весьма непростое время. Похоже на то, что мы видим сегодня. Но при всем этом иудеи ожидали обетованного царя, который придет и освободит их. Они верили, что этот царь станет их новым политическим лидером, который спасет их от тирании Римской империи и разрушенной религиозной системы. На самом деле, некоторые ученики, последователи Иисуса, которые были близки к нему, были сделаны зелотами. Вы должны понимать, что зелот — это не страстный последователь, нет. Зелоты — это политическая группа религиозных людей, которые хотели сбросить правительство. Эти последователи Иисуса были так настроены против римлян, что хотели сбросить их. А многие люди, которые собрались, чтобы посмотреть, как Иисус будет учить,
надеялись и верили в то, что он станет политическим лидером, который сбросит римское правительство и поднимет народ Израиля. Очень похоже на сегодняшние дни. Мы хотим взять Иисуса и использовать его в качестве нашей политической идеи. Мы говорим, вот как мы сбросим наше правительство. Но я хочу напомнить нам сегодня, что наша надежда не базируется на политическом лидере, политической партии или юридической системе. Во всех этих случаях нас ждет разочарование. Единственная надежда, что есть у меня, на Иисуса. Он не политическая партия. Он Сын Божий, Создатель неба и земли. Он умер за мои грехи, и Он дает мне силу, чтобы ходить в победе над грехом. Он освободил меня. Библия говорит, что Он направляет мой путь. Это может удивить вас, но я не ожидаю, что политическая партия будет насаждать христианскую этику и тем самым изменит мир. Вместо этого, я верю, что Бог будет двигаться в нашей стране, неся исцеление, куда бы он ни приходил. Я верю, что Бог поднимет людей, которые будут жить в любви, отдавая себя своим путям. Силой Духа Святого они принесут любовь, мир, радость и исцеление нашей стране. Я полагаюсь на Бога, который так сильно возлюбил мир, что послал своего Сына. И сейчас Он поднимает церковь, которая будет жить для Него, меняя мир. Я верю, что Бог принесет пробуждение в наш мир снова. Он принесет перемены. И не через политическую партию, а через влияние своего Духа Святого. Все это привело к тому, что я начал спрашивать, «Боже, что значит быть христианином? Это должно быть нечто большее, чем правила, моральный кодекс и политические партии». На протяжении последних недель я читал одну книгу в Библии, это Евангелие от Матфея, а конкретно пятую главу. Я читал ее несколько раз. Сегодня мы рассмотрим лишь первый и второй стихи, но начинается она со слов. «Когда Иисус увидел толпы, Он поднялся на гору и сел. К Нему подошли ученики, и Он начал учить их». Я обратил внимание на три вещи, о которых я хочу поговорить. Во-первых, Иисус собирал большие толпы. Второе — это Его ученики, Его последователи. Они научились пробираться через толпу. И благодаря этому третье — Иисус учил их тому, что важно. Итак, во-первых, это толпа. Вы когда-нибудь были частью толпы? Это так захватывающе. Когда вы часть чего-то, и что-то происходит. Когда Raptors выиграли чемпионат NBA, я видел толпу людей, которая встречала нашу команду с кубком. О, это было нечто. А вы когда-нибудь были на игре? На такой игре, где вы были частью толпы. Я был на многих играх. Это так захватывающе — быть на игре. Ты становишься частью толпы. Ты болеешь за команду своего колледжа. Ты там. Поешь, кричишь. Эта атмосфера завлекает тебя. Атмосфера в толпе может быть захватывающей, веселой. Ты ощущаешь прилив сил. Когда ты в толпе, то можешь увлечься и даже сделать то, что обычно не сделал бы. Мы говорили о менталитете толпы. Мы не раз видели подобное в роликах с протестующими. И ты думаешь, о, я и не мог представить, что бабушка поведет себя так. На самом деле, бабушка сама не могла представить себе такого. Но став частью толпы, она ощутила прилив сил и желаний, которые привели ее в место, в котором она не думала оказаться. Самое сложное в пребывании в толпе — это осознание того, что мы лишь зрители. Когда мы смотрим на жизнь Иисуса, то мы часто видим, как собиралась толпа. Иногда они ожидали, что Бог совершит великие чудеса. Они верили в то, что Бог придет и освободит всех в их городе.
исцелит боль, воскресит мертвых. Все эти удивительные вещи собирали толпы. Иногда они слушали учение Иисуса. Толпа собиралась, потому что жаждала истины. Им лгало правительство. Лгали религиозные лидеры. Они искали истины глубинные. Помимо всего прочего, они искали честности. Иисус же учил так, что это меняло образ мышления людей. Толпы собирались и слушали, как он учил. Иногда толпы собирались и ели вместе с ним. Мы видим, как в двух случаях Иисус совершил удивительные чудеса, преломив хлеб и накормив тысячи людей. Иногда толпы собирались, чтобы поклониться Иисусу. Мы видим это во время его триумфального входа в Иерусалим. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, собралась толпа. Она кричала: «Осан! Осан!» Они поклонялись Богу. Это было удивительное время с толпой. Но иногда толпа кричала о том, чтобы его распяли. Когда Пилат дает возможность выбрать, распять Иисуса или другого человека, толпа кричит: «Распни Иисуса! Распни Иисуса!» В своей жизни я понял, что толпу можно убедить. Большинство людей в толпе не знает, частью чего они являются. Вы можете найти множество роликов в интернете, когда у людей на протестах спрашивают: «А за что вы стоите?» И они начинают рассказывать, но не могут объяснить, потому что на самом деле они не знают. Они просто оказались там в тот момент. Во время распятия толпа так легко обратилась против Иисуса, потому что их не особо волновало, кто такой Иисус. Их больше волновало то, что мог сделать Иисус. Они не знали Иисуса. По-настоящему они его не знали. Они слышали истории об Иисусе. Они слышали о том, что сделал Иисус. Они слышали о чудесах. Они знали, что Иисус может сделать для них. Они надеялись на Иисуса в том, что он выполнит то, чего они ожидали от него. Они хотели, чтобы он стал их лидером. А когда Иисус не поступил так, как они того хотели, они быстро поменяли свое мнение. А почему? Потому что они знали лишь про Иисуса. Они на самом деле не знали самого Иисуса. Но в тексте сказано, что ученики пришли и сели с Иисусом. Ученики пробились через толпу. Они приблизились к Иисусу. Я хочу сказать вам нечто особенное сегодня. Толпа хочет заставить нас с вами делать то, что хочется ей. Толпа хочет, чтобы Иисус стал ее политическим лидером. Она хочет, чтобы Иисус стал моральным кодексом, по которому мы должны жить. Толпа хочет, чтобы мы привлекли Иисуса к определенным проблемам. Толпа желает, чтобы мы взяли Иисуса и делали с ним то, что хотим. Но я понял, что если я хочу быть настоящим последователем Иисуса, то должен пробиться через планы толпы, мысли толпы, отделиться от всего этого и обратиться к Иисусу. Я понял, что близость с Иисусом важна. Без этого в христианстве нет особого смысла. Я понял, что если я не буду приближаться к Нему, проводить время с Ним, меня легко будет убедить в том, чтобы делать то, это и третье. Я буду думать, что мне нужно воевать за мои мысли и идеи. Но вместо этого я должен следовать не за тем, чего хочет толпа. Я не хочу быть частью толпы, которая приходит и уходит, когда ей это нравится.
что он делает или она не может получить с того, что хочет. Я хочу пробиться через толпу, отделиться от толпы, чтобы побыть наедине с Иисусом. Я не хочу, чтобы мое христианство базировалось лишь на воскресной проповеди или большом собрании поклонения, или на желании получить то, что я хочу, потому что это соответствует моему моральному кодексу. Я хочу, чтобы суть моего хождения была в близком и реальном познании Христа. Мир не может разобраться, что реально и каков настоящий Иисус. Я хочу сконцентрироваться на том, кто Он, а не на том, что говорят другие. Я много раз читал о том, что когда полиция пытается распознать подделку, настоящая это купюра или нет, она не изучает все методы подделывания купюр. Они изучают много времени настоящую купюру. Они смотрят на то, как выглядят настоящие деньги. Изучив их, они могут увидеть и подделку. Именно таким. Я хочу иметь свое хождение с Богом. Я не хочу влиять на культуру, на людей. Я хочу, чтобы на меня влияло мое время со Христом, Мессией, Господом и Спасителем. Это время должно влиять на меня. Когда ученики и последователи Иисуса пробивались через толпу, садились с Ним, Он начинал учить их о том, кто Он и что Он хочет сделать. Он начал проводить их по истине Писания. И вот почему мы учим, что так важно читать Библию. Мы учим, что важно поклоняться дома, а не просто ждать, когда толпа соберется вместе. Мы можем находиться у себя в гостиных и проводить все время в молитве перед Богом. Мы также учим, что важно проводить все время в молитве. Я хочу пройти через толпу, сесть у ног Иисуса. Я хочу, чтобы Он учил меня тому, как жить. Иисус учил своих учеников, всех своих последователей, как жить, не глядя на культуру. Он учил их тому, что значит быть последователем Христа и как менять мир. Но у нас не хватит времени, чтобы рассмотреть все это сегодня. На протяжении последующих недель мы будем рассматривать ту же самую пятую главу Евангелия от Матфея и непростые учения Иисуса о том, как жить, не глядя на культуру, ставя все вверх ногами. Нужно делать наоборот. Я обещаю вам, что эти учения затронут наше представление о приоритетах и о том, как выглядит христианин. Некоторые вещи станут вверх ногами. Нам придется принимать серьезное решение о том, как нам воспринимать то, что происходит в нашем мире и наших жизнях, но эти учения могут изменить нашу жизнь, наши семьи, наших детей, наше правительство, наши законы, наш мир. Нам лишь нужно принять эти учения. На протяжении последующих недель я хочу бросить вам вызов. Готовы ли вы углубиться в Евангелие от Матфея целиком? Готовы ли вы уделить время, чтобы прочитать этот фрагмент? На следующей неделе мы будем рассматривать учения, которые Иисус изложил в этой книге. Мы посмотрели лишь на 1 и 2 стихи. Так что впереди нас ждет серьезное путешествие, в котором мы рассмотрим другие учения этой главы. Я хочу, чтобы вы читали их на протяжении следующей недели. Пережевывайте их, а на следующей неделе возвращайтесь к нам снова. Мы будем разбирать, что значит быть последователем Христа и к какой жизни Он призывает нас. Не с толпой, но через глубокие и близкие отношения с Ним. Как пастор, я хочу уделить время и благословить вас. Я давно не делал этого, но я провозглашаю благословение над каждым, кто смотрит нас. Где бы вы ни были, я молюсь о том, чтобы присутствие Божие стало реальным в вашей жизни. Я молюсь о том, чтобы вы приблизились к Богу во имя Иисуса.
Я молюсь, чтобы мы не отвлекались на идеи толпы, которая хочет, чтобы мы поддерживали то или это, боролись с тем или за это. Я молюсь о том, чтобы вы пережили близкие отношения со Христом, чтобы Он открыл Себя вам по-новому, и чтобы это произошло в силе. Я молюсь, чтобы вы пережили полноту Божьей любви и радости. Я молюсь о том, чтобы вместо безнадежности вашу жизнь пришла надежда самого Христа, понимание того, что Бог за вас, и что Он меняет абсолютно все. Прошу вас, ходите в уверенности, что Бог движется и творит все новое. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь. Разве не чудесно, что, несмотря на наши ошибки, Бог видит нас и призывает нас? Он определяет, кто мы. Мы хотим поблагодарить тех, кто поддерживает нас.